В Калининском округе благоустроят 11 дворов. Некоторые объекты уже показали главе города. На Волгоградской 117 ремонт почти завершен. Здесь уложили асфальт, сделали тротуары и оборудовали детские площадки. Капитального ремонта дождались и жители Московского тракта. Они уже оценили качели и тренажеры. Теперь-то у нас все завидуют. Дети-то приезжают, радуются. Сегодня правнучка приезжала, говорит, баба, красиво, бабушка у вас теперь очень красиво. А Максимка даже уезжать не хочет. Да разве было у нас, ну была у нас площадка, сейчас эти мужчины-то наши будут на тренажеры ходить. Глава города общался с жителями и на месте решал проблемы. Так, например, этот двор на Московском тракте постоянно топит во время дождя. Ситуацию должны исправить до осени. Сегодня я дал поручение приступить к разработке проектной документации, которая позволит не просто заасфальтировать данную территорию, но и решит вопрос с водоотведением. Мы состыкуем эти работы с еще одним глобальным проектом, который сегодня находится на завершающей этапе уже разработки проектной документации. Это пробивка улицы Ставропольской. Как раз мы запланируем таким образом работу, которая позволит водоотведение с этой территории собирать все воды, которые будут собираться, и непосредственно в систему водоотведения улицы Ставропольской.